Уже ближе к полуночи 10 декабря здесь, в следственном отделе по городу Конаково регионального следственного комитета, возбудили уголовное дело по факту убийства в поселке Новозавидовский. Накануне субботним днем на улице Моховой был зарезан 59-летний мужчина. Расправа произошла в фотомастерской, владельцем которой и был потерпевший. В ходе слаженных действий сотрудников следственного отдела по городу Конаково, следственного управления Следственного комитета России, Федерации по Тверской области, а именно следователя-криминалистов, также сотрудников экспертно-криминалистического центра МВД России по Тверской области, оперуполномоченных ОМВД России по Конаковскому району и оперуполномоченных ОМВД России по Тверской области. Лицо, заподозренное в совершении преступления, было установлено по горячим следам. Задержанным оказался 32-летний житель поселка Новозавидовский. Свою вину в ходе допроса признал. О мотиве совершенного злодеяния следователи пока не говорят, но факт личного неприязненного отношения, по нашим данным, присутствовал. И палач, и жертва жили в одном поселке и друг друга, безусловно, знали. Тело убитого владельца фотоателье обнаружили посетители. Обнаружили посетители, не смогли достучаться в фотоателье. Когда позвали родственников, взломали дверь, увидели. Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следствия Конаковским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается. На своих экранах вы видите момент аварии на 242-м километре трассы М-11 «Нева» в Торжокском районе области. Женщина, водитель автомашины «Киа», не справилась с управлением, машину занесло, правым колесом она задела снежный бруствер, и потом иномарка перевернулась. Пострадавшая, водитель «Киа», доставлена в больницу. А это уже город Конаково. 13 декабря здесь, на улице Баскакова, в аварии пострадал человек. Мы видели, как из залитого водой котлована вытягивают «Хюндай». Как выяснилось, за минуту до этого «Хюндай», идущий по Баскакова, влетел в «Хонду», выезжающую из двора. Я ее видел, но я думал, она как в городе принято 40-50 ехать, она летела. Я думал, успеваю проскочить. И не успел. Она, вот смотрите, на 50 метров улетела в лужу в эту. Какая же у нее скорость была? Женщину, управлявшую «Хюндаем», с места аварии доставили в Конаковскую ЦРБ. Машину из водяного котлована доставали без ее помощи.